Ну, значит, вот наше поручение от ввода театра, оно выполнено. Вот здесь под землей находится большой концертный зал, два аварийных выхода с левой справности прямо, да, в этом отношении. По вашему поручению сделан фонтан, уже ветераны, 65 лет, праздновали здесь, встречали за все времена. Такую историю вы нам подарили, ну, восстановили. Пойдемте посмотрим. Значит, вот так будет оформлена площадь. Как ощущения? Во-первых, только честно. Вот от лица всего коллектива балета хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы вернули наш дом. И сегодня мы вернулись на историческую сцену. И, конечно, вы видите, какой здесь масштаб и объем. Мы можем играть самые большие спектакли. Сцена – это вот сделано для балета. Это специальный балетный пол, на котором наши артисты… И он действительно уникален. И я вам хотел бы сказать спасибо за репетиционные залы, которые у нас сегодня есть. Это верхняя сцена. Ну, они сейчас все реконструированы. И верхняя сцена повторяет полностью размер основной сцены. Самый большой репетиционный зал. У нас 400 квадратных метров. Это тот же размер, который мы имеем на основной сцене. Поэтому самые лучшие условия, которые сегодня могут быть, сегодня созданы для работы. Мне это очень приятно слышать, потому что, я уже говорил, у меня было такое ощущение, что это никогда не закончится. И ваш дом будет бесконечно ремонтировать. Будут все новые и новые проекты, финансирование все новое и новое. Но очень хорошо, что это все завершается, завершилось. Но самое главное, чтобы вам здесь было комфортно и чтобы вы себя чувствовали здесь так же, как раньше, но, может быть, чуть-чуть лучше, потому что все-таки жизнь развивается, и нельзя стараться воссоздать ту модель, которая была, может быть, превосходной, которая там сначала была создана в конце 18 века, потом в 19 веке. Надо все-таки создавать все по-новому. Я посмотрел в инженерном плане, это, конечно, фантастическое сооружение, но инженерия – это еще не все. Вот вы какие-то свои ощущения можете передать? Мне просто интересно. Вот я понимаю, что они первые пока. Знаете, самое главное для нас, что мы вернулись на эту сцену. И Света, конечно, кстати, одна из последних уходила с этой сцены и вернулась первая. И это самое большое счастье для нас, что мы сегодня здесь. Но это ваша сцена, вы чувствуете? Это наша сцена, мы очень долго ждали. Наверное, целое поколение артистов не вернулось на эту сцену, к сожалению. Но нам повезло, и мы здесь. Мы видим, как прекрасно мастера сделали зрительный зал. Мы видели гримерные комнаты. Мы, в общем-то, всем довольны. Не стыдно заходить. Не стыдно заходить. Гримерки хотя бы есть. Нормальные условия. Условия очень хорошие. И хорошие условия за кулисами. Пока, конечно, еще не все, наверное, до конца сделано, на но еще и так, да, да, просто еще есть время, поэтому вообще, конечно, впечатление у меня колоссальное, потому что особенно, знаете, вот эти декорации, когда сидишь в зале, такое ощущение, что вот этот зал продлевается прямо на сцену. Конечно, очень удачно, что вот именно так придумано. Ну, вот это вот первая постановка «Балет «Спящая красавица» в редакции Ильи Николаевича Григоровича и в новых декорациях. Вот это тот первый самый балет, который мы будем играть на этой сцене. Это будет премьера. Да. Кстати, Сергей Устрова вот с этой сцены, когда она закрывалась народным артистом, а вернулся художественным руководителем балета. Вот, тоже за это время мы разошлись. Мы вместе танцевали. А танцевали за две вместе, партнеры были, да. Ну, здесь еще очень важно, потому что все-таки таких сложных объектов, очень важно, чтобы все было налажено. Я надеюсь, что это все будет сделано, чтобы это работало как часы, потому что это и раньше был огромный коллектив и огромное хозяйство. А сейчас же я просто посмотрел эту виртуальную презентацию. Здесь все ходит куда-то, поднимается, опускается. Главное, чтобы нигде не остановилось там в какой-то ненужный момент, потому что электроника есть электроника. Ну а дух-то остался, нет, большого театра? Задача артистов именно принести дух. Возродить верный дух. Я думаю, что вот эти люди, вот эти уже артисты, не совсем голые, но именно на их плечах лежит задача как раз возрождение духа. Да, возрождение этого. Я вам всем желаю, чтобы вот тот дух, который вы должны возродить, он как можно быстрее в Большой театр вернулся, потому что мы все-таки
в театре, как в любом храме искусства, науки, в любом храме ценим дух. Так что это на ваших плечах. Спасибо. А мы бы сделали полностью здоровье. Хотели бы вас почаще видеть на наших премьерах. Спасибо. Всегда будем рады вас видеть. Показали.